Великая Отечественная война, афганская и чеченские кампании не раз демонстрировали силу и мужество русского солдата. Сейчас наша страна проводит специальную военную операцию на Украине, и участвующие там ребята с честью выполняют свой воинский долг. Новое время рождает новых героев, память о которых мы должны сохранить. На торжественную линейку в 43-й школе хутора Бараниковского собрались не только ученики и педагоги, но и большинство жителей. Поводом для встречи стало трагическое, но в то же время очень важное и памятное событие. Здесь состоялось открытие мемориальной доски в честь выпускника школы Романа Дмитриева, героически погибшего в сентябре 2022 года в зоне специальной военной операции на Украине. Сегодня мы открываем мемориальную доску в честь нашего простого парня, который учился в этой школе, который ходил по дорогам нашего поселения. Знаете, есть такое хорошее выражение. Мужество не бывает случайным. Ромка был хорошим сыном, хорошим учеником. Он был замечательным парнем. И он, когда нужно, сложил свою голову за свободу и независимость нашей Родины. Мы должны с вами помнить о таких парнях. Мы должны равняться на них. Мы должны знать о том, что пока есть такие парни, никто не сможет посягнуть на нашу страну. Я сегодня говорю слова благодарности родителям за то, что они воспитали такого замечательного парня, который, не думая ни на миг, не задумавшись, шагнул навстречу своей смерти. И пока такие парни у нас есть, враг будет разбит, и победа будет за нами. Роман Дмитриев посмертно награжден Орденом Мужества. Он был настоящим русским солдатом, который ни на минуту не задумывался, идти на защиту своей Родины или нет. Я сегодня хочу выразить низкий поклон родителям и педагогам, которые воспитали прекрасного, мужественного Романа, патриота нашей страны, патриота нашего президента, патриота нашего Краснодарского края, нашего района, патриота нас с вами. Благодаря таким ребятам мы с вами стоим под мирным небом. Мы не слышим разрывы бомб. Мы не прячемся в подвалы, когда происходит налет. Но знаете, очень трудно сегодня говорить. И я хочу сказать, что воспитывая правильных ребят, нам с вами не страшно. Они нас защитят. Защитят от всех фашистов, от всех тех, которые хотят посягнуть на нашу Родину. И хотелось бы вам пожелать, ребят, чтите и помните, гордитесь тем, что в вашей школе учился герой. Вечная память Роме и всем тем ребятам, которые погибли ради нашего мирного неба. Мемориальная доска, посвященная Роману Дмитриеву, была освящена, а затем участники памятного мероприятия возложили к ней цветы. Роман Дмитриев – это настоящий сын своего отечества. Он до конца был верен присяге и родине. Для учащихся 43-й школы и всех селян он станет примером мужества и патриотизма. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».